В Баку сегодня вернулась последняя группа спортсменов, которые выступали на Европейских играх. Первым к журналистам вышел серебряный призер Никита Цмык. Могилевчанин – единственный из белорусской команды пловцов, кому удалось взойти на пьедестал. К слову, именно Цмык подвел итог выступления всей сборной, добавив 43-ю последнюю медаль на играх. Далее в планах – Рио. Для начала хотел бы отобраться на Олимпиаду, а там уже будем бороться за призы. Ну да, добавляю, конечно. В том году у меня на Европе было 2:01, сейчас на 2,5 секунды лучше. Результат, конечно, но есть куда стремиться. Эти игры нужны, потому что я и прессу читал, и читал как бы комментарии многих людей. Дело в том, что те, кто там побывал и посмотрел на это вживую, они 100% скажут, что эти игры существовать будут. И они только будут набирать еще более высокий уровень, потому что все-таки они похожи практически копии от Олимпийских игр, только в маленьком масштабе. Напомню, белорусские спортсмены взяли медали в 14 видах спорта, ну а в итоговом командном зачете наша страна на 7-м месте.